Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. И сегодня у нас такой простой ритуал через богиню или полубогиню, она полукровка богиня, богиня, появившаяся где-то в 17 веке, богиня Фрейра или Фрейя, да? А как же через нее вызвать любимого или заставить напомнить о себе, так сказать, любимому, да, человеку? А у кого какие цели, у кого тупо потрохушки, у кого, как говорится, любовь, да? Вот. Что нам понадобится? Нам понадобится, естественно, я уже говорил, или лепестки дикой розы, как говорится, ну, естественно, имитация огня, то есть костер не будем же. Если вы на улице делаете где-то костер есть, можете костер зажечь, как говорится. Если нет, можете свечу зажечь, вот, любого цвета. Вы зажигаете, потому что костер не имеет особого цвета, да? Вот, свечи. Мы делаем следующее. Главное знать, что за человека вы хотите вызвать, да? То есть авторский мой ритуал, как всегда, Александра Пичуева. Вот. Мы ищем. Если у вас есть розы, то розы применяйте. Если есть цвет шиповника, дикая роза называется, да? То есть цвет шиповника. Вот. Более нежный цветок нужен, естественно. Вы берете... Три листочка вам понадобится, как говорится, простых, белых, чистых, да, небольших. Вот, на них вы пишете три раза текстом, допустим, о Фрейе. Вот, по старым традициям Исландии и Скандинавии мы делаем. О Фрейе, там, жги кровь любовью такого-то, такого-то, как говорится, ко мне, да, и так далее, приведи. Вот. Вы это написали на трех листках, да? Можно, в принципе, карандашом простым, можно фломастер макнуть в спиртной ягель, чтобы как будто чернила выглядела. Потому что все-таки скандинавская магия – это смесь с католицизмом и по-настоящему шаманизм, да, исландский. Вот, то есть вы написали на трех листочках, вот. Потом делаете следующее. Вы берете на каждый листочек, то есть... как говорится, горсть лепестков, да, и сжигаете, и в какую-нибудь чашечку кладете этот пепел, то есть свернули листочек, да, сожгли над свечой, положили, это сгорело, главное, чтобы это все сгорело очень хорошо, да, вот, и так три листка поджигаете и просите Фрейю, да, привести к вам человека, чтобы он о вас вспомнил, задумался и так далее, да. Что вы дальше делаете, как говорится? Дальше вы ищете водоем, потому что тут совмещение двух стихий у нее всегда, многие об этом не знают. Вот, так как огонь стихия уже прошла, теперь нам вода нужна. Вы ищете или водоем, или, как говорится, какую-то речечку, прудик, и туда высыпаете этот пепел. И там же можете оставить дары Фрей, можете молоко вылить, можете вино, можете крупы, как говорится, оставить. Вот, некоторые красное вино носят, то есть каждый все по-разному, да, то есть это та же самая Венера, по сути. Вот, также не забываем, естественно, как говорится, своими словами объяснить, что вы там, куда кидаете, зачем, да, и так далее, и потом уйти. Не надо мусорить, не надо никаких, если вы пиво ей оставляете, какое-нибудь некрепкое, да, то, естественно, вы своими словами, как говорится, говорите, что вам надо, и не надо мусорить, не надо банки эти оставлять, полностью все выливаем из мешочка, вытрясываем и уходим. Никаких ББшек, как одни там оставили, какую-то фигню там, как говорится, сладости, естественно, и тоже оставляют, чаще мед или шоколадные конфеты, то есть уже на ваше усмотрение. Или сахар некоторые тоже высыпают, бывает, да? Ну что ж, но без всяких упаковок, коробок, без банок, все это уносите на мусорку. Это не должно там лежать, как говорится, ожидая кого-то. Вот, бомжей, наверное. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев. Тут луна, сразу скажу, не имеет значения, это более такой деревенский метод. А вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, как говорится, репостите. Удачи!